Всем привет, мои дорогие друзья. Вот, мне в личку пишут, почему себя не показываете. Вот, встаю, некогда и снимать некогда. Томатов полно. Вот, вот мой любимчик 600-граммовый. Вот он до 600 граммов здесь не дотянул. Вот он такой, красавчик, вот. Я подписала 600-граммовый, вот он. Тут 582 грамма. Вот я в саду у себя нахожусь. У нас тут нашествие мух. Потому что яблоки, это из-за яблок. Вот, яблоки уж собираем тачками, муж вывозит. Эти яблоки. Вот так вот. Все так-то нормально. Урожаем я очень довольна. В этом году осталось. Вообще супер было. Томатов было много, очень много было томатов. Заготовки делали и кушаем, и замораживаю. Мне почему-то нравится замораживать. Раскинул в морозилку, а зимой какая красота. Щи, борщ, яичницу жарить. Вот. Красота. Сержант Пеппер, вот любимчик он. Тоже очень урожайный был. Очень я так довольна им. И еще самое главное, я вам сейчас покажу вот эту красоту. Вот. Тоже тяжелый. Вот, козуля 126. Первый раз в этом году я его выращиваю. Ну, осталась очень довольна. Вот этот вот 400-граммовый, весь усыпан. Это что-то тоже было. Но я как-то розовые томатики люблю, а он красный. А вкус отличный. Вкус. Польская сливка у меня хорошо очень удалась тоже. Польская слива тетушки сварло. Вот томатов полно, конечно. Вот еще понравился сорт. Этот вот бычье сердце зыряновый, тоже полкило. Вот, он такой, видите, как сердцевидный вот. Вот тоже очень понравился. Черный ананас. Джанет, вот покажу, жемчужина Джанет. Он такой вот полосочку тоже нравится. Вот. Вот так вот покажу сейчас мельком томатики. Здесь вот я все... Вот на столе у меня томатики. Вот видите, много томатиков. Яблок полно в этом году. Вообще полно. Вот астрочки. Вот приготовила букетики. Вот такие вот. Вот. Все. Пока всем. Кому понравились томатики, сорта. Пишите, всем отвечу. Недорого будет. Семена будут недорого. Наглеть не буду. Вот. Пришлю всем. Пишите, пожалуйста. Я оставлю свой номер телефона. Кого заинтересует, томатики, список потом напишу. Каталог, вернее. Вот. Ну, пока. Вот. Все хорошо. Все-все нормально. Мы все живы-здоровы. Никто не болеет у нас. Всех все нормально. Вот день рождения тут был у нас. У внучки. Это вот виноград. Вон какой виноград. Это виноград. Вот тут я сижу прямо под виноградом. Красота. Если бы мух не было, мух. И, наверное, у всех есть. Вот. Ну, пока. Прощаемся. Давайте. До скорых встреч. До новых встреч, мои дорогие друзья. Пока.